Короче, отбелил я зубы. Вот, смотрите, какова красота. Купил только что кофе себе. Сижу в машине, только хочу надпить. Вспоминаю, что пить кофе нельзя. Так что, если кому-то надо, у меня есть тут свободные латте. Рыбак! Что? Что с тобой? Просто решил спеть, развлечься. Ну, что вроде бы так скучно. Вот вы спрашиваете, за что любить Мерседес? Ну, как минимум за то, что когда ты пристегиваешься, он тебя обнимает. Вот вы говорите, в Украине плохо живется. А вот смотрите, что у меня. Хочу персиковый сок. Спасибо. Нет, так много не надо. Спасибо. Спасибо. Короче, я сегодня домой пьяный приду, чтобы пожрать, что приготовила, и убрала там. Понятно? Любимая, пожалуйста, а можно я сегодня погуляю чуть-чуть с друзьями? Если нет, то нет, буду дома, пока. Так, доброе утро. Если помните, рекламировал торговую точку. Сейчас там очень красиво, зелено, деревья расцвели. То есть привлекательно для клиентов, тем более в пешей доступности от метро. Метро вон там. Алина, что ты? Вот так вот, на английском что-то. Чтобы вы понимали, мы должны были выехать еще минут 20 назад. Алина, что робишь? Собираюсь. То что, ты долго собираешься или нет? Ну я уже практически. Вот, давай-ка красоту. Что одеть? Топик или футболочку? Это из твоего магазина? Да, красиво. Нет, ну все, красиво, но давай топик, потому что нас уже ждут. Ребят, а чего говорят, что у нас нет сервисного центра Apple? Смотрите, вот прям есть, видите, Джобс нарисован, как бы все официально. Я уже где-то третий раз на неделе попадаю вот в эту ситуацию, чувствую себя Дианой Шурыгиной, ну, алды поймут, прям на донышке. Ну вот есть какой-то лайфхак, как заправляться вовремя, как улавливать эту грань, я не понимаю.